К другим новостям. Более 1 миллиона килограммов необходимых продуктов получат 20 тысяч казахстанских семей. Такую поддержку оказывает благотворительный фонд «Халык». С 1 июля стартовала очередная акция «Ельтереги Ельбасы», которая охватит все регионы страны. Семья Ермуратовых, которая тратит большую часть дохода на еду, с радостью приняла продуктовую корзину от благотворительного фонда «Халык». Многодетная мама признается, что, арендуя жилье и воспитывая 9 несовершеннолетних детей, не всегда удается найти время и деньги, чтобы покупать им все необходимое. Нам, многодетным мамам, получать такие продуктовые корзины очень приятно. С маленькими детьми нет времени даже в магазин сходить. Спасибо большое фонду «Халык» за поддержку. Благотворительный фонд «Халык» подготовил более 1 миллиона килограммов необходимых продуктов на общую сумму 500 миллионов тенге. Их доставят многодетным, малообеспеченным семьям, оказавшимся в сложном материальном положении. Инициативу поддержали волонтеры по всей стране. Общий вес продуктовой корзины 50 килограммов. В коробках гречка, рис, макароны, сахар, чай, тушенка и конфеты. Такую помощь получат 20 тысяч многодетных семей, где воспитывают детей с особыми потребностями, и получатели АСП. Волонтер из Алматы Данара Карсакпаева рассказывает, что до конца недели доставят продуктовые корзины до получателей. Волонтеры с радостью поддержали эту акцию в этот раз. Сегодня с нами более 20 волонтеров в день. Это в основном молодежь от 16 до 20 лет. Они каждый раз с удовольствием приезжают, приходят помогать нам. Акцию фонд «Халык» планирует проводить до конца этого года. Чтобы увеличить масштабы благотворительности, к добрым делам могут подключиться все неравнодушные граждане и бизнесмены страны. Ардак Камал, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.